Здравствуй, Лысь, я профессиональный гипнотерапевт. Какие лучшие стили использовать и отрабатывать? Ну, смотрите, честно вам скажу, то есть как бы транс, гипнотерапия и так далее, они в принципе никакого отношения к соблазнению не имеют. Если, например, ты бы проходил стиль Макс, да, который я недавно вот ввел, да, ты бы понял, что вообще ничего из того, что в принципе ты умеешь, использовать нельзя. Ничего из этого нельзя использовать. Потому что в стиле Макс там в принципе все емко, и надо говорить ровно только то, что есть в этом стиле, что преподается в данном стиле, и все. То есть все уже готово, заготовлено заранее, да. И там те истории, которые надо говорить, чтобы девушка там повелась, чтобы она начала сама тебя атаковать, там, чтобы ее развести на секс. Дело вот в чем. Если ты профессионал там в психологии или профессионал в трансе, или в чем угодно профессионал, да, тебе самое важное для соблазнения – забыть это. Потому что это будет тебе мешать применять нормальные реальные техники для соблазнения. Ты будешь говорить что-то лишнее, да, там, гипнотизировать ее лишнее в данной ситуации. Абсолютно точно, да. То есть проще это забыть и проще взять, изучить реально техники соблазнения. То есть, ну, как бы для забивания гвоздя нужен молоток, а не дрель. А как бы, значит, всякие разные вот эти вот навыки, да, гипноза, это дрель. Дрелью гвозди не забивают. Это как метафора. Тебе понятно будет. Вот, то есть изучи просто базовые стили, по большому счету, и все. Это тебе гораздо будет полезнее, поверь, чем заниматься херней, там, да, и дрелью гвозди забивать.